100% отбирается в следующий этап. Не знаю, не знаю. Так, Анна Чес. Вы с ней играли 5 партий? О, Майя. И все пока в мою пользу. Ну давайте, я... Майя знает, что я... Точнее, так, я знаю, что Майя вот сама играет тоже так сегодня пошли, на мой взгляд, это очень антисицилианку. Поэтому... Да, именно так со мной тоже играли. Ну, не это знаю, очень хитрый ход. Против нее именно так со мной сегодня играл мужчина, он только он на 3 не играл. Я ему проиграл, но вы увидите партию потом, я покажу вам. Почему я сразу не играю? B4, я там не играла, конечно. Перец C7. Конь F6, D6. Да, туда-сюда. Можно. И потом D6. Может быть, она хочет D4 пойти? Но мы пока D6 сами сыграем. Слон E7, нам главное так, сделать рокировку. Это что такое? Куда, король, ты пошел? У неё мисклик? Или что? Или это вариант такой? Мне кажется, это у нее мисклик такой. Король не... Какой ужас. Не, ну если мисклик, то, наверное... Окей. Хорошо, ладно. Значит так. Попросить, например, так не должно было быть, но ок. Как бы я не ферзя отдала, и хорошо. Думаю, так, конь g4 хочу пойти. Ну, если вот она вот уходит, стрелочка. Там можно... Нет, конь d4 сразу вот не берет. Вот. Очень хочу пойти конь g4. Недоступно. Конь g4, слон d2. Может быть, она не сыграет слон d2. Но она сыграет слон d2 или слон c1. И, к сожалению, я туда уже не пойду, куда хотела. Но, с другой стороны, я могу да, попробовать вот и теперь, наверное, там давайте мисклик, конь g4, всего, потом пойду h5. Если она нападет, то пойду обратно конь f6. И, возможно, вот с ходом h4. Ну, то есть h5 ход хороший, потому что в этих позициях белые хотят сыграть h3 и g4. А мы таким образом не будем это давать может быть, не белым мисклик. Это сделать. Я сразу говорю, что это... Вполне может быть. Вот. На h3 мы уйдем. Этого хода у нее нет. Но. Теперь сюда. Я хочу. И здесь сюда нашим развитием у нас осталась проблема. Это слон на f8. Давайте, наверное, ладья d8. Где-то d5. d5, там e5. А, сразу e5. Так, и что это за интересный ход? Я думала, что его нету. Сюда. Взяли, конь уходит. Честно, я пока не знаю, что это за ход. На мой взгляд, какой-то он странный ход. Окей, но это сути не меняет, но ладно. Так, теперь у меня слон висит. Сюда. Можно взять королем, король g8, ладья, по идее, может тут помогать. Но просто если я так пойду, она... Ладья точно уже помогать не будет, поэтому, наверное, король f8. Так, ладно, она не берет. Хорошо. Такой ход у меня тут еще. Ну, я тоже есть. Брать не хочу сюда. Конь d4 у меня есть ход или нет? Хочется пойти конь d4. Она берет, а я беру. Она берет здесь. Там какой-то ход конь f3, король f2. И ничего нету. Может быть, тогда конь d5 просто. Конь d5, конь d5, ед. Не знаю. Сюда она взяла, я взяла, она взяла там. Так, думает Майя. Наверное, все-таки так. Так, да, вот этот вот ход. Сюда. Тут можно взять коня. Сюда. Там будет слон f4, там я могу шах поставить. Да, слон f4, ферзь b6, и конь пойдет на g6. Так, вот я подвязать. Сюда, и конь g6. Ага, сюда. Ну, в принципе, можем либо уйти. Видимо, либо ладья f2 она смотрит, либо куда-нибудь король h1 или король либо h2. Либо сюда пойти. Просто d4 это такой ход, после которого я могу на c4 пойти. Ну и, в принципе, это немножко странноватый ход. А, да? Ну, то есть мы не напали на я думала, этот коня. Ход странный. Просто потому что b3, пешка связана, не но слон давайте лучше на g6, тоже. Так будет, наверное, по надежней.
Слон g5, можно пойти слон e7. Так, Король у куда нас в мы центре, это пойдем? минус нашей позиции, большой Атаковать минус. нужно. Огромнейший минус. Сюда-сюда. Разменялись там где-то еще конь f4, но это нехорошо. Сюда. Так. Что хочет Аня сделать? Ну, я хочу так пойти. Давайте так. Нам нужно за временем следить. Теперь я хотела сюда. Можно взять, можно не брать. Можно сюда пойти. Наверное, нужно играть король Так, мы f8, не король g8. будем давать вскрывать линию. Либо взять вперед, сюда, там подкрепили. Не знаю, что делать. Ладно, пока так. Сюда уходит. А конь просто у нас пока в защите стоит. Скорее всего, мне нужно сыграть ладья e8, чтобы подкрепить слона. А, либо вот, ну не знаю, сложно, сложно. Очень сложно. Король g8 бы еще сыграть. Взяла, Так, 9 взяла. секунд. Сюда. Не могу я туда ходить. Давайте, может, слон f6 вообще? Пешка висит. Ой-ой-ой. Так, ну это похоже Зевок. вообще А, на нет, не зевок. зевок. Брать нельзя. Зевок. Ладья f6 у нее есть ход. Но она так не ходит. Там вроде ничего. Давайте мы, наверное, вернемся обратно, может. Зевок. Так, все. Так. Ой-ой-ой, это под коня, это не туда. Вот Таня какая хитрая. Ладно, Очень пусть ест. хитрая. Главное время не уронить. Так, 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 туда я не пойду. Ой, это ферзь. Ферзь теряется, нет. Точнее, меняется. Но мы очень многое отдали. И сейчас ладью отдаем. И здесь мат. Фух, вот это было очень сложно. Это было очень сложно. Очень сложно. Я даже думала, у меня в какой-то момент просто флаг упадет. Но вот так получилось. Ужас. Ну, Просто король отойти Е7, сюда, простит меня, Аня. Это куда было я не ходила специально. Это было не сейчас. специально. Это Я и я хотела куда-то случайно сюда взялась отойти. и.